Садись на меня, и я отнесу тебя к Ираку. Сарата, неужели тебя так легко смутить? Нет, пока нет. Сперва надо поприветствовать нашего гостя. Так, драконорожденные, первый и последний, встречаются в Апокрифе. Несомненно, этого и хотел Хермеус Мора. Он переменчивый господин, знаешь ли. Но теперь я освобожусь от него. Мое время в Апокрифе подошло к концу. Здесь у тебя полно сил, и это ключ к моему могуществу. Ты умрешь. Обретя силу твоей души, я вернусь на Солстейм и снова стану хозяином собственной судьбы. Розикрат! Пролоники! Живо!
Ты что же, вздумал сбежать от меня, Мирак? Здесь тебе ничего от меня не скрыть. Неважно, есть и другие драконорожденные, готовые служить мне. Надеюсь, он получит такую же награду за верную службу, как и я. Мирак задумал бунтовать против меня. Учись на его примере. Служи мне преданно, и тебя ждет щедрая награда. Я чувствую это. Камень дерева снова свободен. Целостность земли восстановлена. Но это значит, все кончено? Мирак побежден? Тогда жертва моего отца была не напрасна. Он умер, чтобы освободить нас. Скажи мне. Это был единственный путь. Он должен был умереть. Тогда это была воля Всесоздателя. Как он и говорил. Я знаю, что не должна была сомневаться. Но все равно приятно это слышать. Спасибо тебе. Еще одно, друг Скалов, если позволишь. Знаю, это не мое дело, но... Могу я дать тебе совет или предупредить? Как шаман Скалов, я отвечаю за духовное благополучие своего народа. Ты не Скал, но друг Скалов, и поэтому я должна предупредить тебя. Хермамор заставил тебя служить ему, чтобы одолеть Мирака. Не позволяй ему завлечь тебя дальше по этому пути. Всесоздатель сделал тебя Адавакином для высшей цели. Не забывай об этом. Да пребудет с тобой Всесоздатель, друг Скалов.